Проект «Школа про ивент» был разработан на региональном форуме «Молодежь-92». Потом идею презентовали на конкурсе молодежных грантов 2017. Команда организаторов успешно защитила проект и выиграла грант – 100 тысяч рублей. Подготовка запуска заняла у участников больше месяца. Самое сложное было привлечь инвесторов и найти спикеров. Но и этот этап организаторы преодолели успешно. Ребята будут работать с организаторами, они будут узнавать определенные кейсы, уже какие-то подробности, уже детали, и будут уже больше практика, направлены на практику. Школа ориентирована на 30 человек, а заявок на участие уже поступило в два раза больше. Для отбора разработали специальную анкету с вопросами по планированию, осуществлению и проведению мероприятий. Один из ключевых моментов – наличие опыта общественной деятельности. У участников сегодняшней школы есть очень серьезная основа для того, чтобы выстроить понимание, как организовывать крупные события, как сбивать команду, как двигаться вперед, как продвигать свои проекты. Я уверен, что все, кто дойдут до конца этой школы, они получат неоценимый багаж знаний для того, чтобы дальше развивать как свои личные качества, так и организаторские способности с точки зрения продвижения проектов в городе Севастополе. В первой части конкурса расскажут о трех основных стадиях проекта – подготовке, разработке содержания и документах, необходимых для его успешной реализации. На каждом следующем этапе участники будут еще больше погружаться в специфику деятельности. Разберем организационную структуру, как правильно составить распределение работ, ролей, кто как в команде чем должен заниматься. Второй блок будет про основы технического и про производственного процесса, непосредственно как бы менеджмента площадки. Третий блок, он будет раскрывать успешные кейсы, реализованные здесь, в Севастополе. Весь курс участники с наставниками будут работать над собственными проектами. По окончанию получат сертификаты. А лучшие проекты будут реализованы на дне города уже в этом году. Юлия Ефремова, Катерина Вербицкая, Андрей Глущенко. Информационный канал Севастополя.